праздничный концерт и угощение от души. Воспитанники школы вожатых детско-юношеского центра номер 1 навестили постояльцев дома-интерната для ветеранов войны и труда в местечке Лесное. Ребята здесь частые гости уже третий год подряд. На этот раз праздник был посвящен предстоящему Дню Святого Валентина. Ветеранам войны и труда ребята вручили красочные валентинки. Поздравительные открытки воспитанникам ДЮЦ номер 1 помогали делать ученики нескольких ивановских школ. Помимо 36-й гимназии присоединилась 18-я школа. В итоге у нас было больше 100 открыток, и мы вчера бабушкам просто вот так вот раздавали, там по 10 штук. Вот, с новым концертом, и вот все было очень классно, весело. Это наш любимый интернат, там уже бабушки как родных детей моих встречают. Они там сразу при входе обнимаются. Мы говорим, да подождите, дайте мы накроем на столы. Они нас сразу в комнаты ведут, детей там развлекают.